Всем привет, друзья! Сегодня мы запишем трек, но вместо обычного микрофона, который я использую, мы будем использовать телефон. О! Давайте посмотрим, что из этого выйдет. В предыдущем ролике мы взяли 10 приложений по записи звука на мобильном устройстве. 10 записей у нас прошли жесткий отбор, по исходу которого мы вычислили то, что запись в программе AudioLab является самой качественной из той десятки. Классно вообще! И сегодня я с помощью записи в программе AudioLab запишу, значит, кусочек, отрывок песни, который я буду загружать в Instagram. Посмотришь снимок. В свой профиль Инстаграм я гружу минутные ролики с фристайлом. 10-15 минут. 5-10-5-4-5. Текст записываю и записываю видеодорожку. В общем, вот такой вот у меня контент в Инсте, ребята. Ссылка под видео. Подписались быстро все нахуй на вот этот сайт. Также у меня в Инстаграме есть интереснейшая рубрика «Баттл текстовиков». Я беру два отрывка из песен популярных исполнителей и, не говоря, что это за исполнители, провожу опрос. После показываю, что это за исполнители, и по исходу опроса узнаем, чей кусочек победил. Баттл интересный, проходит он у меня в сторис. Подписывайтесь на мой Инстаграм, ссылочка под видео. Буду рад видеть там ребят с канала. Посмотрите, у меня есть один подписчик. И я за тебя очень рад. Ребята, сейчас буду записывать в программе AudioLab. Нам нужна запись аудио, запись трек. Так, сейчас я, значит, музыку накачу в наушники и буду записывать. Долгий путь мне пора наконец. Я вырвусь на драных овец. Врагов не миловать их дам. Наконец зайду на идолов пьяных жрец. Будто Моисей и Пиво оттуда. Поехали. Эй, эй. Роскошь в переизбытке. Фирменные накидки. На край света с кем угодно тошно жить в поисках скидки. А что здесь меню на день? Арт-объект оценишь вид сзади. Дырк-тук предмет босику невдомёк. Что за полями в тетради? Бывшие не вынесли всю репутацию. Теперь тебя не добиться. Шрамы на сердце просили малышка. С такими как мы не водиться. Алый закат не целуй. Дома ждет кот, сериалы и пицца. Девочка не догоняю. Как угораздило тобой вдохновиться. Тобой вдохновиться. Как угораздило. Как угораздило. Так, а теперь надо бейки записать, ребята. В поисках скидки. Меню на день. Сложность в том, что я представляю звучание, значит, трек инс. Добавьте немножко позитива. Сейчас будут просто либо все подряд записывать, что идут под музло. Я Ну, хорош, короче. Значит, как только я добавил записи в приложение, послушал, в принципе, неплохо, но не идеально. Конечно, это запись с телефона, качество слабенькое. Все-таки у меня микрофон на телефоне не замечательного качества, может, даже и не среднего качества, как получается. Накинем совсем немного обработки на это все, часть читки при этой записи смотрится так себе, и качество так себе. Но вот именно вокальные какие-то парты с таким качеством их можно вытягивать и нужно вытягивать, поэтому я вокальный парт вытянул, добавил дубль дорожку, сделал, значит, питч пониженный. Получилось прикольно. А, нормально, говорю, все? Сниму отдельно видеочасть, смонтирую видеочасть с получившимся треком. Еще раз повторюсь, ссылка на Инстаграм под видео. Ребята, заходите, это видео будет в профиле. А сейчас смотрим. Роскошь переизбытки, фирменные накидки. На край света с кем угодно тошно жить в поисках скидки. А что здесь меню на день? Арт-объект оценишь вид сзади. Дырк, тук, предмет, босику невдомёк. Что за полями в тетради? Больше не вынесли всю репутацию. Теперь тебя не добиться. Шрамы на сердце просили малышка. Такими как мы не водиться. Алый закат не
мальчика не догоняю. Как угораздило тобой вдохновиться, бывший рев донесли всю репутацию, теперь тебя не добиться. Шрамы на сердце просили малышка, такими как мы не водиться. Алый закатницу люди дома ждет, кот сериала и пиццы. Девочка не догоняю, как угораздило тобой вдохновиться. Тобой вдохновиться, как угораздило, как угораздило. Тобой вдохновиться, как угораздило, как угораздило. Такое получилось у нас качество при замене микрофона на запись с телефона. Ставьте лайк этому видео, поддерживайте эти видосы, пишите в комментариях свои программы, в которых записываетесь вы. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, впереди еще больше нового и интересного. Пока!